Слушайте, у меня, если честно, ломка какая-то. Я хочу открыть. А что у нас с этим, с шансом на Легу? А, это большой шанс на Легу. Давайте вот этот откроем. Всего лишь один ящик открыл. Трэш. Просто трэш. Дорогие друзья, это трэш. Это трэш. Просто выпало. Лего. 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 Жесть, я не могу просто. Я не верю. Охренеть. Просто один бокс. Один на. И вот такая фигня. Ну что ж, у меня есть 127 билетов. Я не знаю, что делать. Со стула даже упал, капец просто. Жесть. Самое главное не запороть проект. Он сейчас максимально идеален. Лучше не придумать. Просто смотрите, 6200 кубов. 6200 кубков. Выбито. Да эпиков нету, офигеть. Просто воробушек дропнулся. Зашибись. Ребята, все, кто подпишутся сейчас на канал и поставят лайк, отвечаю. Подобная штука с вами тоже произойдет. Фух, жесть. Короче, в конце я кому-то подарю его из вас. Самому счастливому, самому везучему. Но обязательно ты должен быть подписан на меня. Жесть, я предлагаю сходить в роборубку и потратить все билеты и открыть еще эти сундуки. Поехали. Или давайте... я даблеров не купил. А, не, они у меня есть. Давайте, знаете, как сделаем? Роборубка. Значит, смотрите, буквально... Не, давайте, все роборубки я не буду сливать. Я предлагаю сейчас две роборубки сыграть и открыть оставшиеся сундучки там. Ну, там 40-50 сундучков будет. Представляете, еще что-то дропнется. У меня глаза на лоб вылезут. Ух! Ребята, я не верю просто. Боже, я не верю, где воробьи выиграть? Тихо, все хорошо. Блин, что такое настроение? Все, я успокоился. Да, настроение такое. Тупо снился. Ну как, до этого, конечно, сколько наград собрали. Я думаю, что я? Один биг ящик. И такой... Что за фигня? Блин, жесть. Нет, честно, вообще сейчас нету желания играть в роборубку долго. Наверное, вот эту одну роборубку сыграем и откроем оставшиеся сумки. Ясно? Да. Ах! Мне честно, пазл играть в роборубку, я уже хочу сундуки открывать. Блин, сундуки-то, конечно... Сундуки очень расслабляют. Ленивый контент, но мы босса еще не были, но да. Ай-яй-яй-яй.
босса еще не убили, алло. Может, босса убьем? Наконец-то. 2 секунды. Алло. Опять. Кто-нибудь убейте босса. Да что происходит, блин? Мы даже первого босса не смогли убить. Жесть, ребята, на самом деле... Плевать. Я первый уровень. Ох, сколько привет. Ну, короче, как без даблера в максималку сыграл, грубо говоря. Уф, сколько сундуков. Не, слушай, весело, весело. Ну, мне впадло, честно, в роборубку падло. У нас еще 40 боксов. Ребята, шанс на Легу был, ну, вообще, я даже не ожидал, что она дропнется. Ни в коем случае. Как это произошло, вообще не понимаю. Боже, боже, блин. У меня все три проекта, все топовые, отвечаю, вот первый путь Шелли, там две леги было, второй путь Шелли, три леги, этот уже две леги, просто я их за неделю вот так вот, ну понятно, на предыдущий я донатил, короче, открываем сундуки, у меня реально два еще не разыграно проекта, я вернусь, разыграю их, кстати, это тоже, но это потом, когда завершим, ладно, погнали дальше. Давайте, ребят, если сейчас еще что-то дропнется, я отвечаю, я... Да-да-да-да-да-да! Я даже не успел сказать! Я даже не успел сказать, что происходит с этим аккаунтом! На! Это лучшее, что могло сегодня со мной произойти. На! 6200 кубков, все персонажи новые, 26 из 33, да ты шо, блин? Как я рад, что такой проект у меня существует. Блин. Жесть. Так, 24 боксика еще. Блин, если сейчас еще что-то дропнет, я так и не договорил. Что я сделал? Давайте я в следующем ролике задоначусь. Нет, как-то тупо. Давайте, если еще что-то выпадет, вы мне что-то безумное в комментариях напишите, что за что пролайкают. Я там выпал, я не знаю, чисто. Не-не-не-не, я уже боюсь. Реально сейчас что-то дропнется. Ну вы можете поставить лайк прямо сейчас, подписаться. Я отвечаю, это сработает. Давай. Тут последнего, давай, бро. Я не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой, как могло так произойти? Трэш. Смотрите, последний сундук остался. Бум! Да, все, мимо. Короче, друзья, смотрите, осталось не так много кубков до конца. Не, на самом деле половина еще. Я вам предлагаю не собирать награды на пути. Не собирать их. Дальше, что мы делаем? Постараюсь, ну я не знаю, что Шелли, апать ее покупками или на уровень, или не апать, ну без понятия, короче, придумайте, напишите. Следующий момент, мне очень надо сделать это все аккуратно. Вы знаете, как у меня не получается это уже третья попытка, чтобы бойца случайно не нажать. И вот сейчас я играю с огнем, листая персонажей. Вот, ну, я думаю, что получится. В этот раз, надеюсь, все будет хорошо. Смотрите, все бойцы новые. Да этот проект, вот этот, оно, знаете, как будто должно было так случиться, что я создал бы третий аккаунт. Вы посмотрите, насколько он классный уже. Блин, ну воробушек это удивил, так удивил. В общем, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, нажимайте все на колокольчик. Через 2 дня я возвращаюсь, будут стримы, будет все пушечно, жестко, вам должно понравиться. Также залетайте на Holdic Stream канал, там Бижона уже заканчивается, и ждите, там будет, короче, открытие всех наград. Далее, следующий момент, на Holdic Live выйдет влог сегодня с 8 марта, также будут влоги с отдыха, тоже залетайте в описании, все ссылки, подписывайтесь, на Instagram тоже подписывайтесь, потому что в Инстаграме в основном розыгрыши проходят всех проектов. Вот мой Инстаграм, ссылка в описании, короче, залетаем, подписываемся, смотрите там. Инстаграме у нас почти 600 тысяч. Чуть-чуть не хватает. Может, перейдете, добьете? Пожалуйста. На этом буду прощаться. Спасибо вам за просмотр. Спасибо вам за все. Я не знаю. Я в шоке. До новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока.